Всем здорово, ребят. Ну что, вышло обновление 1.7.5 на Тайване, и мы сейчас с вами посмотрим на него, что здесь интересного. Полный обзор, реальный обзор, и вы напишите в комментах, что вы думаете по поводу этого. Так, вижу какие-то приколы, я не знаю, что это такое, какой-то новый чат или что. Это непонятное. Что за хрень? Язык какой-то. Непонятно, что оно дает. Поменялась у нас панель. Теперь непонятно как. А, вот так вот. Ну, в принципе, неплохо. Сейчас я поменяю на свой аккаунт. Обратно. Переходим на нормальный аккаунт и что у нас интересного в обнове. Такс. Ну вот это вот что-то друзья у нас сюда перенесли. Это у нас какие-то настройки. Вот супер пэты сразу же дают. Новая вкладочка, видите. По поводу них у меня отдельный видосик для вас будет. В общем, я вам все расскажу, покажу. Вот таким вот образом мы получили какого-то питомца, судя по всему, посмотреть. И у этого питомца есть атрибуты. Давайте, в принципе, сразу же расскажу. То есть, крафт-система улучшений питомцев. Это его атрибуты, это его снаряжение, по сути. Улучшать мы можем его. Ну и ставить, конечно же, героя. Можно ролить, крутить атрибуты его. Как видите, он у меня обычный, не мутировавший. Мутировавший имеет полностью всю шкалу. Там, по-моему, 4 или 5. Это мелкий, это обычный. Он переносит 20% своих атрибутов героя, то есть передает герою свои эти, ну, атрибуты, по сути, усиления. Так, окей. Вот смотрите, их есть два, то есть есть обычные, есть мутировавшие. Вот так вот, их по два вида каждого. Их какие-то супер-супер навыки. Ну, я о них говорил вам уже, что они дают. Сейчас еще раз вам скажу. Сразу же так, новый питомец, волчонок, то есть в данном случае это вот этот вот. Описание: наносит питомцу урона случайных вражеских, уничтожает точек энергии, разгона. Короче, снижает скорость получения энергии вокруг вражеского героя. Короче, понижает энергию. Вот так вот. А второй же питомец у нас носит урон. Дружественные юниты восстанавливает жизнь. В общем, вот так вот. Посмотрим на деле сейчас, как он выглядит. Вот он добавлен. Вот так вот он выглядит. И посмотрим. Сразу же он летает. Ну, такой вот герой, не знаю, что-то он какой-то замедленный. Ну, конечно, этот интерфейс, что поменяли, какая-то хрень, как по мне. А вот общий чат уже видите, как выводится, то есть вот чат вы можете писать и видеть сразу же, когда играете. Теперь, с одной стороны, интересно, можно гильдейский чат, то есть не будет мешать. Поехали в разные локации, посмотрим, так ли это будет. Нет. По локациям такого не жалею. Так, надо отключить музычку. Начинает напрягать. Хорошо. Два новых героя. Два новых героя. Поехали. Сразу посмотрим, как они выглядят в эволюции, не в эволюции. Первый герой. Так, я сейчас какой из них все-таки донатный. Вот видите, первая, вторая Эва. И второй герой, первая, вторая. Так, теперь смотрим. Как там смотреть? То есть, ара... Тихо. Видите, да, разницу? Вот этот вот стрелок, он донатный. Этот бездонатный. Это пчелка Майя, у нас бездонатная. А вот так вот. Так, новый талант. Бум-бум-бум.
Вижу. Кстати, нового таланта я не вижу сейчас. Или я слепой, или его нет. Странно, странно. А нового таланта я пока не вижу. Хорошо, смотрим дальше. Смотрим дальше. Смотрим скины героев. Я надеюсь, там не сильно вам пиликает Лего. А вот скин. Вот это вот скин на него. И скин на нее. И еще у нас Сали будет скин на Бугича. Все будет. Буги. Это. А, вот он. Прикольненький, не знаю, мне нравится. Прикольно сделали скин. Посмотрим, как 800 атаки. Жизнь. А, так, окей. С этим разобрались. А, дальше. Блин, ну я не знаю насчет нового таланта. Я его не вижу. Может, это и есть, но... В энциклопедии. Может, это новая чара? На атаку. Это будет, конечно, прикол. Да, ребятушки, это новая чара, а не талант. Вот так вот. Увеличивает, судя по всему, 80. Обалдеть. Плюс 35 атаки и 40 увеличения, насколько я понял. Или энергии, или исцеления. Но, скорее всего, энергия. Блин. Реально прикольно. Посмотрим. К этому мы дойдем тоже. Так, супер питомцев я вам показал. Дальше. Дальше. Поехали. Блин. Обычно все испортачил. Поехали посмотрим на новые награды. Обещали нам новые награды. Да, вот здесь вот посмотрите, даются вот эти вот итемы новые и книжки новые. Соответственно, увеличение. Смотрим здесь. Тоже добавили их в эти награды. Вторую открыли. Нифига себе. Подашку дают. Неплохо. А второй дают подашку. Отлично. Ну, есть теперь смысл фармить. Куча ресурсов. Так, окей. Смотрим. Вот, здесь дают по одному осколку донатного героя, но вот так вот. Так, а плюшки. Обычные сумки здесь. Али. Сколько силы надо, я вот не скажу, я не вижу ограничений. Так, а здесь три осколка. Ну, в общем, вот так вот. Ладно, до этого дойдем. Ины показал. Ну, вроде я вам все показал. Поехали посмотрим магазин. Так, здесь у нас ничего не поменяли. А здесь у нас добавили за 200 кулаков можно купить книжечки Супер Пэта. Вот так вот. Для прокачки. Ну, в принципе, больше ничего по ценам не поменялось. А, хорошо. Поэтому что такого интересного по списку было. Настройки чата я вам показал. Героев показал. Ну, вроде и все. Вроде как бы и обнова. По сути, понятно, ничего. Что еще такого интересного? Ну, давайте зайдем в питомца. Ну, в общем, это обнова вся основана вокруг питомца. Такс.
Давайте сразу расскажу по поводу питомцев, или давайте посмотрим. Мы ничего сделать не можем. Реально нафармить. По поводу судьбы, давайте, мне это интересовало. Да, добавили просто одну линейку. Зеленым добавили его. Да, и это тоже к зеленым. Тут два героя. А, подождите, красный. Я ни хрена не понял. По линейкам по островам. А, фу ты, это по линейкам по островам. В общем, он в красной фракции, а этот в серой. Бездонатный. Ну, в принципе, неплохо. Такс. По поводу питомцев. Поехали посмотрим. Самое интересное. Так, это получить. Питомцы улучшить. Если мы нажмем вот так вот, у нас поменяются какие-то атрибуты. То есть 5. Ну, вот так вот 100%. То есть можно зажимать 400-850. Вот так вот. Цена довольно-таки нормальная. Ни хрена они не зажрались, да, чтобы наролить соточки. Вот так вот. То есть это дополнительные бонусы. Поехали, попробуем все-таки. Так, здесь что-то получить. Здесь поставить. Ага, вот так вот. Но выглядит. Ставим Рудольфа сюда. Окей. Мы не можем ролить. Смотрите, надо 100 Рудольфов. Надо 10 вот этих вот хрени. Эту хрень мы можем получить, если мы будем фармить. Зеленые локации. Дают. Им надо фармить портую. Есть два вот так вот. Все по сути без разницы выходить. Может, там шансы будут улучшены, я не знаю. Допустим, далее у меня просто здесь новый аккаунт. Пробуем просто зафармануть кем-то. Второй у них будет. Эти бегают. Пробуем. Супер красавчики. Такими особо нафармишь. Тоже нету. Короче, мертвый сервак не фармить. Такс. Уже нет. Тут не с кем фармить. Попробуем. Вряд ли мы фармим сейчас дой. Пытка. В общем, отсюда падают новые итемы. Прокачка. Затащим. Пикалка пропилась. А, подожди. А диетам они... Или они с сундуков будут? Вряд ли. В общем, не так уж и просто, как видите, зафармить новые итемы.
интересно поменять здесь возможности. Я еще хочу глянуть навыки питомцев. Точнее, их дерево. Что не добавили. В общем, вот так вот. Пишите комменты, будем дальше разбираться. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.